Добрый вечер моим подписчикам. Вот сегодня по трассе ехали отсюда километров 8 трасса. И вот заехали к нашему другу, кубанцу Евгению Владимировичу. Какой, Владимирович, это сорт? Каравелла поздняя. Видите, гнутся. Давно это я приобретал, этот саженец, давно приобретал. Видите, был излом. Она уже плодоносила, ей годов 12, а потом дала росток, вот сбоку. Боковой росток, и вот выросло опять дерево, снова дерево. Яблоки поздние, где-то перед Новым годом, только в самом соку такие. А это, Владимирович, у вас что? Это Елена, вот, дзержинский питомник. Как-то было это, ярмарка в Слуцке. Я приобрел там саженец, да. Саженец, да. Так весь сад молодой. Коваленковские, это каштеля, грушки, это ранние, поздние груши, вишни. Понятно. Ну, и он, вот видите, у него тоже друг есть, формируя, видите, как он крону и груши формируя. Это вот Николай к тебе приезжает, да? Николай приезжает. Вот видите, уже даже игрушка есть, игрушка, да? Игрушка есть, вот поздняя, попробую, что она. Это болячка напала. А вот тоже у него что-то, Владимир, за сорт. Ну, тоже сорт, грушка поздняя. Я не помню название. Две дала уже игрушки. Да, да. Был даже три. Вот даже три. Три. О, это еще вообще покрупнее у тебя, да. Ну, три цвет. Попробуем что-то. Ну, сейчас, вот его туйки растут, сейчас покажем его лошадь. Он сегодня самопрацуя. Ну, что она, яблоко ела? Вот, друзья, доехали. Мы до Владимировича. Что-то, Владимирович, гараж на даче делаешь, да? Да вот и полы это немножко прохудились. Это вот смотрите, как он уже справил свою, что взял на обучение. Да, точку ходит уже споконяга. Уже вот, все полным ходом. Вон и огород там сдалека ею зафрунжиновал два раза. И так она ходит уже в дышле. Просто у меня... Все полным ходом, да? Да, полным ходом. Так у вас еще, Владимирович, вы дедовскую эту надели, да? Ну, это так, шляю. Да, с Украины. Да. Все, кобылка. Кобылка трудится полностью. А молотка пасется сейчас, да? На одной. Это какой вы рейс уже делаете? Это уже третий рейс. Вон шпалы таскаю ей. Подцепляю. Вон сынок поднимая. Таскаю по две шпалы, хоть бы что. Шпалы вот смотрите, те... смотрите, во, Сан Саныч. Хочешь? Ну сколько Сан Саныч весом? Ну не мешок, ну не 40 килограмм. О, смотрите, богатыри. Белорусские богатыри. Ну зачем, бля, ну, за... грыжу наживать? О, смотрите, о, доля яйца, о. Тихо, позвоночнику трусы высыли. В гараж. В гараж неси. Смотрите, уважаемые зрители. Занеси. Да, ну я на... Только... Вот видите, зритель, спорот, да нам 50 килограмм. Добро, друзья, поедем мы. Ну, Сан Саныч, давай, поедем, все. Пока, Денис. Товарищ подполковник. Товарищ подполковник. Будьте здоровы. Будьте здоровы, трудитесь. Все, ну. Только позитивчик.